Итак, 13 ноября 2013 года, Харьков, ресторан «Семейный очаг», который находится в парке Победы, это на Салтовке, улица Гвардейцев Широнинцев. Рядом находится Салтовский хлебзавод. Значит, сегодня было совершено нападение на этот ресторан. Прибыло два дорогих джипа белого черного цвета, джип Прадо и Lexus 470. Порядка 16 крепких мужчин спортивного телосложения вышли, начали громить ресторан. То есть разбиты фактически все стекла. Видно, да? Громили входные двери, центральная. Ресторана «Семейный очаг». Стекла. Использовались при этом лавочки как таран, чтобы ворваться вовнутрь помещения. Перевернуты урны. И фактически, смотрите, все стекла по периметру помещения разбиты. Урнами бросали. О! Есть такое дело. Но что интересно, то есть в настоящий момент здесь находятся сотрудники милиции, оперативно-следственная группа московского РУВД. Опрашивают свидетелей, охрану. Значит, что интересно, это было уже второе нападение за это утро. То есть перед этим, около 6:30 утра, эта группа на тех же автомобилях, которые я называл, джипы Prado и Lexus 470, прибыли на автостоянку Таргета, супермаркет Таргет на улице Академика Павлова. Это вот фактически здесь недалеко, вот я пальцем показываю. Значит, что там было? То есть по информации со слов людей, юристов, которые уже взяли за это дело, значит, там было совершено разбойное нападение. Разбиты 4 автомобиля, принадлежащих россиянам. При этом люди пострадали. Как мне сказали, опять же, со слов, сейчас несколько человек доставлено в больницу скорой неотложной помощи с травмами разной степени тяжести. Было там силой забрано 600 тысяч гривен, и еще там была женщина-азербайджанка, вот, которая приехала с большой суммой. Вот, после этого, 6:30 это было начало, ну вот эта вот группа прибыла и громила этот ресторан. Теперь очень интересная взаимосвязь. Значит, оба этих объекта, и ресторан «Семейный очаг», и Таргет на Академика Павлова, в свое время являлись залоговым имуществом банка «Базис». То есть они брали кредиты, банк «Базис» подал на них заявление, и оба объекта были признаны залоговым имуществом банка «Базис». Однако эти действия банка «Базис» были обжалованы в суд и были выиграны в суды как Таргетом, там занимался Владислав Протас, так и «Семейным очагом». «Семейный очаг», ну вот, как мне дали информацию, в 2013 году в начале выиграл судебный процесс против банка «Базис» и уже не является залоговым имуществом банка «Базис». Вот. Также вчера в Харькове произошло разбойное нападение, вооруженное ограбление ювелирного салона «Золотой Оскар», который находится в центре на улице Мира. Ну вот там вот неизвестно, если вдруг там выяснится, что «Золотой Оскар» был залоговым имуществом банка «Базис», то можно говорить уже об определенной схеме и закономерности. Вот. По городу объявлен план перехват милицией. И такие веселые события у нас в городе Харькове. Вот. Время на настоящий момент 9:25. Сотрудники милиции работают, опрашивают
Вот такой вот семейный очаг разгромленный. Стоп.